Miss Susie. Then please, will you humor me? Фильм режиссера Теда Гейгена «Бруклин 45» — это намного больше, чем просто фильм ужасов. В оболочке «История о привидениях» режиссер повествует о травмах войны, которые не заживают долгое время. Люди, пережившие войну, не могут закончить ее внутри себя. Из-за чего порой страдают невинные. We have to end the seance before we break the circle. Или все же зло вне нашей воли. Оригинальный фильм ужасов со стилизацией под кинематограф 40-х годов. Для зрителей, желающих не только испугаться, но и поразмыслить о более важных вещах.